всегда легко и просто говорить о творчестве художников, которые выставляются часто, мы их видим часто. А об Андрюше, несмотря на то, что он часть десятка, об Андрюше говорить сложно. Сложно по одной простой причине, потому что я знаю, как Андрей относится к процессу, к тому, что ни одной проходной вещи он не оставляет. Я знаю, что он беспощаден к своей кухне творческой. Вот. Я знаю, что здесь нет ни одной проходной работы, ни одной, знаете, как мне иногда оставляют. Ну, пусть полежит, может быть, вот, может быть, что-то я доделаю, может быть, там еще что-то. У Андрея этого нет. То есть здесь все выверено, все прочувствовано, все доделано, все сделано так, как он действительно считает нужным. И то, что Евгений, конечно, сказал, что здесь впечатление, как будто 10 человек выставилось, это правда, действительно, потому что настолько разные подходы, потому что натура, она диктует Андрею вот этот подход, вот эту эмоцию, этот технический прием, а он идет на поводу, он как идет, ну, как сказать, его натура идет, он поддается, он очень-очень такой пластичный автор. Вот, поэтому, конечно, у меня тоже было ощущение, что это творческая солянка, а вовсе не один автор. Вот, потому что многогранный человек. Вот, можете себе позволить с собой дружить, вот, или спорить, или еще что-то там, перекликаться как-то. А потом во времени они, почему разные? Потому что во времени-то они растянулись. Это разные Андрей. Здесь и 88-й год, это один был Андрей, и 91-й, это другой, и сейчас это третий. Конечно, мы же тоже на протяжении жизни всегда разные. И есть юный, зрелый, мудрый, какой угодно. Но если на Андрея сейчас, вот сейчас на него посмотреть, а мы знаем друг друга миллион лет до нашей эры все. Вот. У меня ощущение такое, что вообще не было этого промежутка времени у Андрея. Андрюш, ты, ну, знаешь, то есть тебе, ну, время как определение, оно вообще для тебя не существует. Просто не существует. Ты такой нормальный парень. Такой вечный парень, даже эмоции, потому что вот все, что он делает, и так, как он выглядит, и мне этим лицензии. Вот это ну, можно сохранить только если такая большая энергия всем бродит со страшной силой, и ты его перерабатываешь как соус, потому что мы много говорили, когда работали вместе, и вот Наташа стоит, мы когда-то и какие-то творческие делали проекты, Андрей играл на гитаре, мы сочиняли, да, мы пели с Натальей Владимировной оперы, Онегина мы ставили, немного немало. Да, Евгений Николаевич, пели, кто там в малиновом берете, с послом испанским говорить. Уж не сказать мне, скажи, жена моя, мужчина. Я не знаю, где Марину уберите, она, наверное. Вот. Но это отступление, потому что очень многогранный талант, и нас связывает и не только работа, творчество, учеба, но и какие-то творческие нити, которые невозможно разорвать. Вот. Действительно долгожданная выставка. Андрюш, тебе передают привет, кстати, Берегов. Вот он в списке просто, его нет. А списки нет. Я когда звонила, я говорю, Берегов, тебя в списке нет. Он говорит, ну ладно. Мы его провели. Большой привет. Вот, и он очень рад, что высадка, и все. Я надеюсь, что их тоже какой-нибудь список второй раз внесут, и еще такую же компанию. Вот. Поэтому счастье и желание купить вот отсюда, да, Евгений Николаевич? Да я уже видел, как вы ангажировали полвыставки. Я не ангажировала. Вы просто сказали, что это для всех, кстати. Вы просто сказали, что нужно сдать вторую. А все очень просто. Рамы нужны. Нужны рамы, а для этого нужны деньги. Поэтому выбираем.